Вот так выглядит дом по состоянию на декабрь 2021 года. Завершение строительства у нас в 2023. Расположен очень удобно, прямо рядом с Аль-Халь Роуд. Дорога Аль-Халь — это крупнейшая автомагистраль Дубая. Она скоростная, то есть на ней знак на большей части ограничения 100 км в час, плюс неадминистрируемый порог в 20, и получается, вполне можно ехать где-то 118, и дорога отсюда до центра займет минут 15, до моря 15-20, в зависимости от того, до какого пляжа вы едете, и до марины тоже примерно 15-20 минут на автомобиле. Структура здания, она классическая для Дубая. Подиум пятиуровневый. Это парковка, абсолютно в каждой квартире идет парковочное место, уже включенное в стоимость. И дальше начинают парковки, вверх 29 жилых этажей. На данный момент конструктив полностью готов. И давайте посмотрим шоурум. В целом у нас билдинг позиционируется как такой ко-ливинг, то есть современный формат, очень любимый среди миллениалов, то есть молодежи. Когда дом полностью построен, будет выглядеть вот так, то есть доделывать фасады. И по наполнению, учитывая цену входа около 100 тысяч долларов и стоимость квадратного метра, она выходит у нас в районе 3500 долларов за квадрат. Дом очень богато наполнен, то есть вот у нас рендеры, соответственно, это коворкинг, такое пространство, чтобы прийти поработать. Здесь кофейня, тоже со столиками, будет возможность прийти пить кофе, почилить. Игровая зона обязательно, спортзал, разумеется, кинотеатр будет внутри здания. Вот такая вот тоже игровая часть. Бассейн обязательно. Кроме бассейна, кстати, будет еще и зона барбекю, мини-гольф с 3D-проекцией. Вот такой фудкорт. Давайте глянем сам шоурум. Шоурум у нас — это one bedroom квартира. Вполне просторный. Вот душевая зона. Посмотрите на расстояние. То есть, когда стоишь у одной стены, рукой не достаешь до второй. Соответственно, площадь вполне адекватная. Здесь у нас такая гардеробная при входе с большими глубокими шкафами. Дальше идет кухня. Абсолютно все будет сдано, как мы видим. Ну, за исключением, конечно, мелких деталей. То есть сама квартира идет с полной отделкой под ключ, включая мебель. Встроенная кухня, холодильник, газовая плита. Здесь у нас полочки для кухонного стафа. Зона гостиной. Все современно, достаточно качественно. Опять же, учитывая, что все готово под ключ, по цене примерно 3,5 тысячи долларов за квадрат. Балкон. Вот такой. И сама спальня, которая отделяется вот такими сдвижными перегородками. Система вентиляции, как всегда и везде в Дубае, абсолютно вся инженерия будет готова под ключ. То есть у нас розетки, выключатели, система вентиляции, все уже установлено, здесь это уже работает. Приточно-натяжная система, как всегда при входе вот здесь все щиты, вся разводка, и здесь будет подключение к интернету и ко всем остальным сервисам. Вот такая небольшая квартира. И давайте коротко пронесемся по финансовой модели такой инвестиции. Вот такие квартиры, которые я показал, one bedroom, можно будет приобрести от 160 до 180 примерно тысяч долларов. Годовая аренда плюс-минус 14-16 тысяч долларов. В случае, если мы сдаем на долгосрок, на год, у нас будет единственный обязательный платеж, это сервис-чарж, никаких налогов и прочего в Дубае нет. Сервис-чарж на такие квартиры в районе 1500. Соответственно, чистыми у нас остается, округлим, в районе 14,5-15 тысяч долларов. Соответственно, окупаемость в районе 12 лет, что довольно-таки неплохо, особенно учитывая рассрочку. В чем суть? Квартира продается с рассрочкой на 5 лет, при этом первый платеж у нас всего 10%, и мы должны будем заплатить 60% в течение строительства до 2023 года и 40% в течение 2,5 лет после окончания строительства. То есть фактически квартиру мы покупаем всего за 100 тысяч и сдаем в аренду на момент, когда выплатили еще всего 100 тысяч. Ну и в таком случае
окупаемость у нас будет еще лучше и еще прибыльнее. Но если даже рассчитывать от общей стоимости, которую мы должны будем выплатить в течение 5 лет, соответственно, у нас все равно получаются достаточно неплохие цифры. И в целом это один из немногих хороших билдингов в Дубае, в достаточно интересной локации, в котором можно купить квартиры по такой цене. То есть 3,5 тысячи долларов за квадрат и цена входа 100-110 тысяч долларов, согласитесь, более чем интересно. Сейчас в Москве, например, даже за МКАДом какие-то дома от пика часто стоят сильно дороже. Ну а здесь у нас монолитный дом в Дубае, в 15 минутах от моря, в 10 минутах от центра, от даунтауна, в 15-20 минутах от марины, с полностью готовой отделкой под ключ, с мебелью, техникой, с машиноместом, которое уже заложено в стоимость, и не нужно ничего дополнительно доплачивать. Ну, согласитесь, условия лучше сложно представить. До встречи!